Мусульмане по всей России отметят Курбан-Байрам. Он считается одним из главных праздников в исламе и знаменует окончание хаджа – паломничество в Мекку. В этом году Курбан-Байрам выпадает на 1 сентября. В Люберцах праздничное богослужение пройдет в Малаховском парке с 7:30 до 7:30 утра. Кроме того, мусульмане смогут отметить Курбан-Байрам еще на 40 площадках Подмосковья. В их числе Балашиха, Волоколамский район, Воскресенск, Дмитровский район, Домодедово, Егорьевск, Звенигород, Одинцово и другие. Напомним, Курбан-Байрам установлен в память о жертвоприношении пророка Ибрагима и длится 3 дня. Это счастливое время, когда каждый мусульманин должен быть особенно щедр и бескорыстно помогать нуждающимся. Мария Лапчева, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.